Доброго времени суток. Давайте пройдем регистрацию на бирже Codex. Для этого мы нажимаем кнопку «Регистрация». Как вы видите, мы попадаем в окошко Codex аккаунта, где нужно ввести адрес электронной почты, нужно ввести пароль, повторить его и согласиться, соответственно, на условия использования политики куки в файлах и политики конфиденциальности. И также нажать кнопочку «Я не робот». Итак, я прописываю свой e-mail. Теперь мы придумываем с вами пароль. Затем ставим галочки «Я не робот». И создаем аккаунт. Проверьте свою электронную почту, где будет ссылка с подтверждением аккаунта. Вот, как мы видим, жмем подтверждение. Все, мы вошли в аккаунт биржи Codex. Как мы видим, интерфейс довольно-таки стандартный. Выглядит приятно, в глаза ничего не режет. Соответственно, можно попробовать поработать. И напоминаем, что за приведенных вами людей на биржу, соответственно, вы будете получать до 50, по-моему, или до 40% токенов CDX от их торговли.